Итак, хроники, так сказать, жизни моей и хроники погоды в том числе. Главная тема сегодняшнего видоса – это то, что на дворе уже 2 апреля, а видите сами, какой пиздец в Москве творится. Это просто пушка, чуваки, блять, солнце в овне, вот пушка. Да только, блядь, снега так, как будто на дворе долбанный январь. Я даже не знаю, что мне с этой проблемой делать, и что всем остальным тоже с этой проблемой делать, я не знаю. Но пушка стоит и уже жаждет выстрелить. Вот, особенно я, потому что, блядь, до сих пор не выложил гороскоп на апрель. Ну да и хуй с ним. Самое главное, что пушка-то стоит, и это единственное, что сейчас должно вас беспокоить, да? Вот, такая вот хрень. Ну ничего, я думаю, что завтра я выкрою время для того, чтобы заняться своей работой по блогу, снять там всякие разные прогнозы, там, видосы и так далее, потому что, да, конечно, сейчас у меня такая нехватка времени, что, пиздец, приходится вот на блог я сейчас немножко подзабил. Но вообще время странное, специфическое, видите, как с погодой какая хуйня творится, и даже не знаю, что с этим делать. Блять, я вообще не помню, чтобы вот такая погода была в Москве в это время года. Вот в апреле, по-моему, в прошлом году как-то повеселее было. Мы, по-моему, в апреле уже шашлыки жарили, а сейчас что-то вообще просыпаюсь я с утра и пиздец, какой-то вот такой снег идет, ну как будто просто это самое, здравствуй, козерог называется. Но на самом деле в этом году действительно какая-то аномальная зима была, и я даже зимой на козероге, помните, охуевал с того, что зима-то ебложопная. Вот, чуваки, такое вот короткое включение. Я думаю, что сегодня стрим будет вечером. Вот, ничего не обещаю, но постараюсь сделать так, чтобы он был. Вот, поговорим про астрологию, поговорим про все, что хотите. Готовьте свои интересные, умные вопросы для обсуждения. Вот. Я сам уже давно не стримил, накопилось энергии, так что я думаю, что сегодня вечером будет интересно, чуваки. Вот, и на этом пока что с вами прощаюсь. Фэншуй, чуваки.